вами Алексей Осипенко и Алексей Иванович, наш тренер по тэквондо, пояс третий дан. Я его начинающий ученик. Сейчас мы покажем некоторую серию, которая посвящена разбиванию предметов. Смысл в том, что для того, чтобы в целом поддерживать себя в форме, иметь хорошую энергетику и постоянно достигать результата, нужно себя напрягать, тренировать. Поэтому мы занимаемся тэквондо. Приглашаем вас, конечно же. И сейчас вот за прошлые 3-4 месяца я покажу, чему я научился у очень крутого тренера. Вот, эту доску придумали корейцы. Это самая сложная доска для разбивания. Она сборная, но очень твердая. Сейчас мы будем... Я буду показывать и объясню принцип разбивания. Вот видите, она не очень легкая. Для удара насквозь через доску или через предмет нужно придерживаться принципа позиции победителя. Бить нужно всегда за предмет. Тогда он разбивается. Кирпич или доска, или вот такая дощечка. Сейчас удар посложнее, потому что сверху нет опоры. Нужно наносить очень резко и очень акцентированно. Так, а сейчас удары ногами. Казалось бы, ноги бьют намного сильнее, чем руки, но сама стопа, она не складывается в кулак, поэтому нужно правильно направлять удар ноги, а то поломаешь пальцы. Сейчас мы сделаем это. Советую никогда его не использовать в жизни. И мне тоже желают никогда не использовать его в жизни. Это опасный удар. Да, может так. Получилось. Ну, эти удары простые. Сейчас удар, который я сделаю, он посложнее, требует лучше растяжки. Мне уже не очень легко. Серия ударов, посвященная борьбе со всадниками. Ну, сейчас в современном мире это уже не надо. То есть удары наносятся намного выше, чем рост человека, чтобы сбить человека, того, кто на лошади. Значит, примерно две головы над тем, кто бьет. Хватает? С вами Алексей Спенко, Алексей Иванович, наш титулованный тренер. Добро пожаловать в наш клуб тэквондо. Ведитесь! Телефон будет написан снизу вот здесь, на кадре.